Основу установки для наблюдения изобарного процесса составляет колба, закрытая резиновой пробкой. В пробку вставлена изогнутая стеклянная трубочка, свободный конец которой открыт. Внутри трубки находятся капли подкрашенной жидкости. Начальное положение капли отмечено колечком. Слева на каплю действует атмосферное давление, а справа – давление воздуха в колбе. Если давление в колбе изменится, капля станет двигаться до тех пор, пока давление воздуха в колбе вновь не сравняется с атмосферным. Добавим в сосуд холодной воды. Воздух в колбе охлаждается, а новое положение капли указывает на уменьшение его объема. Если добавить горячей воды, воздух прогреется, и капля вновь придет в движение. Хорошо видно, что теперь объем воздуха в колбе увеличился. Этот опыт наглядно показывает, что объем воздуха в колбе уменьшается или увеличивается всякий раз, когда падает или растет его температура.